Всем привет! На канале Сегодня мы из большого яичка достанем три маленьких, да? Из серии Маша и Медведь. Да. Ну, доставай. Маша хочу. Давай, распечатывай. Покажи яичко. Давай, я покажу. Да, я покажу. Вот такое вот яичко. На, распечатывай. Золотиночку открывай. Давай надорву. А я еще распечатываю. Давай, распечатывай дальше. Там у нас шоколадка попалась. Что же нам попадется-то сегодня? Тут шоколадка попалась. Давай, распечатывай. Никак? Давай помогу. Оп! Что там? Ой, что это такое? Наверное, динозаврик, да? Точно, динозаврик это. На, его себе есть? Давай, соберу. Что ты там посмотришь? Вкладыш распечатывай, разворачивай. А я пока соберу. Ой. Это какая-то кулака. Синие талончики. У нас попался. Зеленый динозаврик попался. Да, давай еще тащи. Давай, следующий доставай. Вот такой динозаврик у нас попался. Да, его. Да, целая коллекция. Тут бегемот есть, дракончик, динозаврик. Сейчас будет бегемот там яичко. Давай, следующий открывай. Ковбои тут, да, динозавриков собирают. Им можно разукрашивать даже. Что-то обводить можно. Обводить? Вот такой красавец попался. У нас такой красавец. Да, такой вот красавец. Зелененький. Прикольный. Давай дальше. Давай помогу. Сама? Давай, давай, сама. Распечатывай, распечатывай, я уберу. О, чего ты там копаешь? Большое. Да, длиннющее. Ну ты неправильно распечатываешь. Прям бери вот так вот ее, срывай сбоку. Давай, давай, сама. Вот, яичко ломай. Все. Давай контейнер открою я тебе. Там тоже, да, там посмотри, что там попалось. Вот. Это кто такой? Какой-то человечек. С каким-то ключом. Ну-ка дай на вкладыши посмотрю. Это что такое у него тут? Дай гляну, что это тут попалось. А, телевизор это такой. Телевизор это. Телевизор? Угу. Как он собирается? А собирается он легко. Ну-ка давай. Ну так вот вставляется вот сюда штучка. Оп. И телевизор. И можно что-то смотреть. Так включается и что-то должен показывать он. Человек телевизор. Буквы там на них. Ну-ка. Ну-ка, подожди, я посмотрю.
А, это дощечка для рисования. Да, дощечка для рисования. Оп! Нажимаешь вот здесь, вот сзади нажимаешь, и она стирает все. Дощечка для рисования. Ее нужно, да, достаешь. Прям ивошней головой рисуй на дощечке. Только нужно включить. Вот так вот включай и рисуешь. Ой, Машка падает, что-то падает. Да, видишь, да? Буковки можно рисовать. А ну дай посмотрю. Оп. Давай. Покажу поближе, чтобы всем видно было. Вот такой экранчик. Можно буковки рисовать. Да. А ты можешь пока другое яичко открывать. Оп. Сзади защелочку переворачиваешь. Вот эту. И она стирает как бы. Можно написать Полина. Поля. Поля. Так, сзади. Оп. Такой переключатель маленький, для маленьких пальчиков только. Вот такая штучка. Телевизор, да? Не телевизор, а доска для рисования. Для рисования дощечка, да, они вот разными цветами тут. Можно, вот как раз будешь что-то маленькое рисовать. Ну давай дальше посмотрим. Что там дальше нам попадется? Еще один динозаврик. Еще один динозаврик? Распечатаю, распечатаю. Прям золотиночку эту снимай. Да. Прям целиком ее снимай. Не помаленьку, а целиком пытайся. Сама открылась. Ну, распечатывай. Давай. Вот. Контейнер, давай я помогу тебе открыть. Упал. Давай, на. Посмотри, что там. Это что такое тут у нас? Ну-ка, сколько много мелких частей. Какой-то трактор какой-то попался. Давай соберем сейчас его. Ну-ка. Наклеечка, точно. Дверки, стекла. Это наклеечку мы приклеим. Давай картинку посмотрим. Давай я попытаюсь сейчас собрать. Трактор это точно. У него даже такой есть ковшик. Ковшик? Ковшик такой, как да. Успеешься? Да. Наклеечку? Да, наклеечку сейчас поставим. Опа, вот такой экскаватор получился. Классненький. Все у него работает, ковшик работает такой. Можно чистить снег. Или какой-нибудь другой мусор, песочек нагребать. Да? Куда там наклеечки идут? Наклеечки идут. Ой, все упало. Наклеечки давай. Наклеечки мелкие-мелкие. Ну-ка. Дай посмотрим. А зачем ты их отклеила? Ты их приклеивать надо? Ты уже отклеила. Ну смотри, сейчас к столу-то приклеятся они. Очень мелкие-мелкие-мелкие наклеечки. Давай вторую. Оп. Это будет второе. Стекло.
как бы стекла это. А это что? Где? Ну-ка давай посмотрим, что тут у нас еще есть. Ну вот, много мелких-мелких. Это вот задняя, наверное, наклеечка. На заднее стекло. Ну все. И это еще. Ну-ка, это что такое? Это я не знаю. А, это просто, это лишнее просто. Никуда оно не пойдет. Вот такой вот трактор. Посмотри, посмотри. Прикольный. Вот экскаватор такой. Поле. Есть вот у них тут комбайн даже есть. Есть погрузчик и трактор. Вообще классно. Тракторище маленький. Прикольненький. Ну все, там нету больше сюрпризов? Нет. Посмотри. Нету? Что она осталась? Да, ну-ка посмотри. Нет, больше. Нету больше? Ну все тогда. Всем пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. И Саня, всем пока. Пока-пока. И не забывай ставить лайки. Да. Спасибо.